Свою работу резчик холодного металла ЛПЦ-1 Сергей Александрович Моргунков считает захватывающей и высокоинтеллектуальной. Вот уже более 40 лет он трудится на металлургическом комбинате АО «АрселорМиттал Темиртау». 43 года назад Сергей Александрович Моргунков пришел на металлургический комбинат после окончания ГПТУ номер 202. По специальности вальцовщик, оператор станов холодной и горячей прокатки. Но нельзя сказать, что это было первое знакомство с комбинатом. На комбинат я пришел без особого волнения, потому что до этого ходили и на экскурсии, и практика в училище была, начиная с 16 лет. Мы ходили на завод, поэтому пришли вполне подготовленными людьми сюда. Поспособствовал отец. Он у меня тоже работал металлургом в старом СПП. Он работал у сталевара, нашего первого героя труда, Елимана Байгазиева. Были очень хорошие друзья с ним, поэтому я все это с детства помню. Поэтому сказал, иди в прокатное производство, там, может быть, найдешь себя. Выбранная профессия привлекла Сергея Александровича тем, что в ней нужно проявлять интеллектуальные способности. Не просто, чтобы кувалдой махать, а чуть с фантазией, где можно не только руками, но и головой работать. У нас работа требует большого интеллекта, внимательности, сосредоточенности. Поэтому как-то пришлось по душе. Тому, что его портрет в ближайший год будет украшать Аллею Славы, Сергей Александрович рад. Хотя это происходит уже не в первый раз. Это моя работа, а оценка руководства. Надо принимать и вести себя соответственно, достойно, оправдывать. Лет 20 назад уже тоже висела фотография. О своей семье Сергей Александрович говорит с теплотой и трепетом. Особенно о внуках. Двое внуков есть. Один занимается хоккеем, причем очень хорошо. Достиг до тех высот, которые мне в детстве и не снились. Они юность Караганда, являются чемпионами Казахстана неоднократными. Внучку водим на карате, художественную школу изобразительных искусств. Спортом я раньше занимался хоккеем, играл в команде «Бригантина». Сергей Александрович очень любит музыку, с детства играет на гитаре. У него и сейчас дома 7 музыкальных инструментов, за которыми он старается проводить свободное время. В целом, считает Сергей Моргунков, к любому делу нужно подходить с душой и хорошим настроением. Тогда и результат будет. Асель Тулюбаева, Евгений Ходорев, Владимир Курлаев, Новости Темиртау.